Я хочу сказать про другую парадигму. Какие вообще принципиально другие алгоритмы бывают? Значит, это так называемые алгоритмы с движущимися ножами. Ну или протоколы, да. Самому все время хочется сказать алгоритм, хотя на самом деле более грамотно говорить протоколы. Протоколы с движущимися ножами. Сначала, если n равно 2, то здесь вот представляем торт в виде такого отрезочка, и вот здесь вот пускается нож, который начинает непрерывно двигаться слева направо. Да, значит, ну, дальше кто-то говорит стоп, и что в результате? И то, что слева от ножа, получает себе. Да, значит, любой может сказать стоп и получает левый кусок. Вот. Ну хорошо, значит, когда нужно кричать стоп? Когда нож поделил по одно второе относительно для одного из человека. Да. То есть у каждого должна быть стратегия кричать стоп ровно когда до его медианы называется. Да, медиан — такая точка, которая, да, середина — это прям середина, что слева и справа длина одна вторая. А медиана, в общем случае, такая точка, что слева и справа по половине ценности. И если вкусы неравномерны, то это может быть не одно и то же. Соответственно, когда нож дошел до середины, точнее, до субъективной середины, до медианы, когда нож дошел до медианы, нужно кричать стоп. Почему не раньше? Потому что противник будет взять большую часть. Да, потому что если вы крикнете раньше, то вы получите меньше половины. А зато есть шанс, что противник крикнет раньше. И, соответственно, получите больше половины. А почему не позже? Противник может закричать почти. Потому что если вы прошли дальше свои условно середины, дальше медиана, то тогда уже есть шанс, что противник крикнет стоп раньше у вас, и вы получите правую половину, которая уже будет меньше одной второй. Вот. Поэтому нужно кричать ровно, когда нож дошел до субъективной середины, до медиана. Не раньше и не позже. Это же можно обобщить и до произвольного n. Да, что просто нож движется, кто-то говорит стоп, берет все, что левее ножа, уходит, нож продолжает двигаться, кто-то снова говорит стоп, берешь все, что левее ножа, исключая то, что уже унесли, снова, соответственно, уходит и так далее. Вот, это даже имеет, да, хотя вид простой, но это называется протокол Кубинса Спангера. Должница Спангера — это произвольное. Ясно, что тоже нужно кричать стоп ровно тогда, когда, соответственно, нож дошел ровно до одной энной. Ну, значит, вначале нужно, когда ровно до субъективной одной энной от всего, соответственно, пирога. Ну, а потом уже, когда один ушел, то до одной минус первой нужно дожидаться. И так далее. Хорошо.